Тем, как обстоят дела с изношенным жильем у соседей Чувашии по округу, наша съемочная группа поинтересовалась у глав регионов ПФО. Территория, условия, бюджеты республики и областей разные, однако трудности выполнения программы и пути решения проблемы в основном одинаковые. Так, руководитель Удмуртии отметил, федеральному бюджету необходимо взять на себя больше расходов. А глава Пензенской области говорил о том, что для выполнения программы зарабатывать больше должен и сам регион. Новая программа – это 2014-2017 год, когда мы должны переселить всех, кто стал на очередь на 1-12. Под это нам надо предусмотреть в своем бюджете около 2 миллиардов рублей. Будем просто надеяться, что сегодняшнее предложение о софинансирование все-таки на паритетных началах 50-50 реализуется, потому что на сегодня это пока 70-30, если округлить. То есть 70 на бюджете территории и 30 на федеральном. Как-то вроде хотелось бы пополам. Ну, конечно, поставлена задача президентом. Конечно, она очень сложная. И ряд регионов своими бюджетами сегодня не могут ее решить, поэтому было принято Владимиром Владимировичем, значит, отсрочка по выполнению этой программы. И исполнение возможно будет, если доходная часть не будет падать, а будет расти. Если не будет кризиса, хочу сказать откровенно. И если будут идти инвестиции, будут создаваться новые серьезные производства. Впрочем, есть регионы, где проблема ветхого жилья решается с некоторыми отличиями. Так в Самарской области людей переселяют не только в многоэтажки, но и в коттеджи. Многим людям танхаус или там коттеджик небольшой, дом на земле, для него это очень важно, поэтому дается право выбора. Задачу выполняем, хоть она очень сложная. Сейчас дальше будет все зависеть от того, каков будет бюджет 2014 года. По этому году мы все идем по графику.